Всем привет! И у меня есть немножечко посылочек с AliExpress. Сейчас мы с вами их посмотрим. Еще должна была прийти одна посылка с стеклами для телефона. Там три фирмы разных, но что-то они еще не пришли, поэтому будем смотреть, что есть. Я сегодня все позабирала, все собрала в кучу. Кто хочет быть в курсе побыстрее, чем не на YouTube, можете подписаться на мой TikTok. Я здесь оставлю скринчик странички. Что, давайте. Так. У нас сегодня три посылочки. И начну вот с самой яркой. Так. Не знаю, поняли вы уже или нет. Это у нас купальник. Я еще никогда не заказывала купальник с Алика, поэтому все первый раз. Размер М, а цену я тоже оставлю, потому что я не помню цены. Оставлю как фоточкой. Вот каждым этим товарчиком. Так, вроде бы я уже открывала, смотрела, все ли нормально, чтобы, если вдруг что, пожаловаться. Так, смотрите, какой яркий, с подкладочкой. Так, все как надо. И здесь, чтобы так. Вот. Что единственное было не так, это здесь спереди ниточка была, но я ее подрезала, и все нормально. Вот такой яркий купальник. Я, наверное, еще оставлю фотку, как он выглядит на модели, которую они ставили. Ну, в принципе, расцветки там всякие разные, цена вполне крутая. Пришел очень быстро, за 2 недели. Я заказывала 28 сентября, а пришло оно мне 2 дня назад. Сегодня 14, 12. Тут, наверное, можно снимать, когда стирать. Да, оно вытаскивается. Качество очень хорошее, я даже не ожидала. Ну, еще не мерила, кстати. Так, поехали дальше. Дальше у нас идет кофточка. Топик. Сейчас. Так, опача, я уже достала, чтобы не шуршать. Я тоже его уже померила. Размер брала S, чуть-чуть маловатый. Ну, думаю, оно еще растянется. Сейчас вытащу. Вот такая кофточка, топик. Очень приятненький, но тоненький материал. Больше на лето, но осенью еще можно поносить, если под какую-то кофту с джинсами. Вот. Цену я тоже оставлю, посмотрите. Очень классно пошито, есть разные расцветки, белые, черные там, и так далее. Я почему-то взяла красную, потому что у меня вообще такого цвета нет в гардеробе. Ну, давайте померим. Так, вот так она выглядит. Да, у меня тут бардачок немного. Вполне прикольно. Надо будет еще такую заказать. И мне понравилось, что вот здесь вот такой вырез. Немножко такой. Хотя, вы знаете, второй раз померила, уже не так сильно оно мне жмет. Вот тут чуть-чуть в плечах. Я думала, я меньше, но... Может, еще похудею. Так, и давайте я уже останусь. Так, и садимся. Опа. И что у нас тут? Еще одна осталась. Вот. Еще самая большая посылка не пришла. Поэтому довольствуемся маленькими. Я уже там поназаказывала, так, поэтому будет много Алиэкспресса. Короче, это самая долгожданная, самая желанная вещь из всех. С Алика. Это кошелек. Смотрите, какой он милый. 2 с чем-то доллара тоже поставлю. Та-дам! Вообще супер. Обожаю медузки. Она еще с короной. Чтобы вы понимали. Ну, прикольно, кстати. Для детей особенно хороший подарочек. Так, давайте откроем. Можно вот прицепить ее на сумку. А, кстати, в следующий раз хочу заказать сумку попробовать. Нашла очень прикольную сумку. Тоже сумки я заказывала. А мы с вами заказывали уже сумку, но не такую, а тряпочную. А я хочу более-менее такую твердую заказать с крепкого материала. Опача. Вот, ну, маленькая, ну, для мелочи в основном. Ну, блин, вообще просто.
Ми-ми-ми-ми-ми. И цена. Всякие разные расцветки тоже есть. Розовые, бледно-розовые, голубые, желтые, ярко-желтые. Супер просто. И, наверное, мы с вами еще распакуем вот эту посылку с мейкапа. Сейчас я ее беру. А давайте с Медузой будем распаковывать. Эта посылка была спонтанная. Вернее, заказ был спонтанный. Я сидела на работе, посмотрела одну девочку и увидела обзор штучек всяких разных и решила себе тоже заказать. Вообще заказывала карандаш для губ, воск для бровей и для маникюра одну фигню. Но все не пришло. Я уже вот посмотрела, карандаш почему-то не пришел. Итак, заплатила я 436 гривен. Вот что пришло. Как я сказала, нету моего карандаша для губ. Какая-то доставка 39 гривен и еще вот эта доставка, ну что-то странное, не знаю, что они там намутили, в прошлый раз все было по-другому. И что, давайте смотреть. Коробочка маленькая. Так. Никаких подарков в этот раз, какой-то мне промокод кинули на скидку в размере 50 гривен при заказе на сумму от 400. Может, я еще шампунь закажу, посмотрим. Пойдем. Это у нас для бровей. Я уже тоже открывала, смотрела. И вот такая штука. Это массажная свечка для маникюра с шиммером. Мне посоветовала ее взять моя знакомая, которая говорит, что когда вот маникюр уже где-то неделя, он начинает выглядеть уже не так, как первый раз, вот эту свечку берешь, поджигаешь, капаешь, там делаешь массажик и все, типа заново будет. Я еще пока не сделала маникюр, потом с вами попробуем тоже сделать, затестим. Выглядит она вот так сейчас. Выглядит свечка вот так сейчас, как обычная свечка. По запаху что-то сладенькое, фруктово-цветочное. Шиммера пока не вижу, отдельно сделаем, посмотрим. Кстати, вон, смотрите, как блестит. Так, и давайте перейдем к воску для бровей, который стоит 276 гривен за 30 грамм. Воском таким я буду пользоваться второй раз в жизни. Первый раз мне он попался в тенях для бровей. Они были ужасные. Я даже не хочу про них рассказывать. Ничего, давайте лучше смотреть. Я уже смотрела, поэтому я понимаю примерно, что там. Девочка так сильно за него рассказывала, что это самая лучшая штука, что только этим она пользуется. Ну, посмотрим. Будем доверять. Опа, улетел. Итак, вот как он выглядит. Составочка. Вот так. И еще в подарок кисточка идет. Я даже думала, что будет без кисточки. Прикольно, приятно. Кисточка у нас разгибается. Левой рукой неудобно. Вот. Ну, можно разжать ее вот так. Давайте посмотрим, что внутри. Так, я уже его открыла, чтобы меньше времени занимать. Вот как он выглядит, стрик красивый. Сейчас поближе покажу. Вот так оно выглядит. Давайте потрогаем, ничего не трогала. Вот. Липковато. Вот такие у нас посылочки получились с вами сегодня. Все, до новых встреч. Скоро следующая распаковка. Пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте меня, пожалуйста. Пока-пока.